Итак, Байер Динамики 1770. Первое, что бросается в глаза, это то, что у них коробка намного больше, ну, раза в полтора, чем у других моделей 770-х, Pro 900-х, Pro, да, или вот, допустим, обновленная версия 770-х DT700. То есть вот они в полтора раза примерно больше коробка и шире. Толщине тоже она потолще. Ну, посмотрим, распакуем, что там внутри у нас. Причем здесь почему-то нет защитных пленочек на 1700-х, 770-х и 1990-х. Да. Здесь вот есть такая. Видно, что она не вскрывалась. Здесь же у нас таких, такой штуки нету. Посмотрим. А, вот, что у нас тут имеется внутри. У нас внутри тут имеется фирменный кейс. Крутой фирменный кейс. Да. Такой увесистый фирменный кейс, упаковка, юзер мануал, гарантия. Так, все, здесь больше нет ничего. Что у нас в кейсе, давайте посмотрим. Открывается он чуть не до конца. А, ну и вот, собственно, наушнички. Biodynamic 1770. Made in Germany 250 Ом. Наушники, ага, сменные амбушюры, а и вот здесь должны быть мешочки провода. Угу. Вот они у нас, один прямой с таким подключением и второй витой. Все, больше ничего нет. Единственное непонятно. А, да, здесь ход один. Здесь ход один, и то есть на выбор покупателю, какой захочет, он провод такой и поставит. Либо витой, либо прямой. Ну, в общем-то, вот и все. А, амбушюры, получается, здесь у нас вельветовые, а здесь кожаные. Скорее, наверное, кожу заменить материалы. Ну, то есть здесь мягенькие, здесь такие более плотные, что ли. Не такие мягкие. Ну, вот все, что внутри вайеров. 1770-х, у 1990-х, наверное, примерно та же самая комплектация.